Что делать, когда возникает вопрос о православии? Как помочь родственникам, друзьям, коллегам, которые задаются духовными вопросами и не знают, кому их адресовать? Как быть, когда вопрос хочется задать именно священнику, но когда приходишь в храм, священника почему-то нет? Задать свои многочисленные вопросы священнику жители Омска смогут на встречах, которые проходят еженедельно по воскресеньям во Дворце искусства имени Малунцева в уютном фойе детского кинозала на третьем этаже. Начало в 17:00. Встречи ведет отец Роман Богатов, руководитель миссионерского отдела Омской епархии, и другие приглашенные священники.